10 ноября глава района встретился с жителями хутора Парона-Покровского. Один из главных вопросов – качество освещения улиц Свердлова, Октябрьской, Набережной, Горького, Орджоникидзе. За истекший период в целях поддержания удовлетворительного состояния уличного освещения на территории было установлено 22 лампы уличного освещения. Установка ламп производится по заявкам лиц, проживающих на территории поселения, только после осмотра и установления целесообразности. По состоянию на 10 декабря. Не спеши. В результате мониторинга установлено: улица Чапаева, протяженность улицы 1150 метров, в рабочем состоянии 15 светильников. Восточная, протяженность 640 метров, в рабочем состоянии 7 светильников. Еще одна проблема поселения – пастбище, взятое в аренду. Этот вопрос оставался открытым долгое время. Глава района предложил конструктивный способ решения ситуации. Почему же наших жителей оставили без этого пастбища? Край отписался, что вблизи поселения должно быть пастбище. Вот у меня написано краю письмо. Он готов вам выделить землю. Поговорите, сколько земли вам надо под пастбище. Все, вопрос решается. Задача ваша – сесть, поговорить, определиться, значит, если он согласен, там или пополам, или как вы договоритесь. И, пожалуйста, посетительство. Актуальным остается вопрос качества электроснабжения. В сети низкое напряжение, электричество часто отключает. Одна из причин – перегруженность сети из-за использования большого количества бытовых электроприборов. Глава района подчеркнул, что большинство проблем можно и нужно решать поэтапно, совместно с депутатами поселения. Я призываю еще раз и депутатов повернуться лицом к администрации, и администрации повернуться лицом к депутатам. Вам нечего делить, Вот говорю сразу. Все должно быть на бумаге. Официально обратились, официальный ответ. Ответ не устраивает, идем дальше. Все. Также поднималась тема реконструкции сельского клуба, качества водоснабжения, грейдирования и отсыпки дорог. Все озвученные вопросы взяты на контроль работниками районной администрации.